естественно, каждый, наверное, пытался в послании услышать что-то свое. Ну, мы, как члены правительства, видим и в том числе и прямые посылы, которые необходимо нам уже реализовывать. То есть говорилось о том, что первое будет глобальная поддержка экономики, то есть будут ипотечные кредиты промышленности. Мы понимаем, что наши многие промышленные проекты, они как раз вот сдерживались из-за отсутствия инвесторов. Финансовая система остается стабильной.